My life 一直在等待，空荡的口袋想在里面放一份爱。 Why 总是被打败，真的好无奈。其实我实实在在，不管帅不帅，想要找回来，想要找回来自己的节拍，自己的节拍。所以这一次我要勇敢大声说出来，期待你早已发现我的爱，好几个弯靠越近越明白，不要走开，幸福的开始就是放手去爱。Такой большой, что означают желтые розы. Кому это? Бофансы, подойди. Поздравляем! Такой огромный букет! Как романтично! Забирай. Можно забрать? Ищи открытку. Быстрее! Давай, давай. Я уже смотрела. Открытки нет. Сяонай. Не спрашивайте. Я ничего не знаю. Это точно директор Ли. Директор, утро доброе. Живо работать. Как романтично. Зачем цветы посылать? Пустая трата денег. Какой внимательный. Отправил цветы домой, на работу. Что за извращенец? Заняться нечем. Я уже выяснил у своего секретаря. Желтые розы на языке цветов. Утраченная любовь. Значит, что парочка влюбленных разбегается. Я работаю. Прошу, не отвлекай меня всяким бредом. От кого они? Секретаря спроси. Мне откуда знать? Что ты делаешь? Ты вчера. Не напоминай о вчерашнем. И о случившемся с утра тоже ни слова. Надо разъяснить все. У меня аж волосы запутались от того, что все думаю о вчерашнем. Потрогай. Фансы! А стучать не учили? Что случилось? Фансы. Привезли образцы с фабрик. Отдел маркетинга разработал новый план. Я отправила документы Тяоруэйс и Групп. Хотела спросить тебя. Кого отправить? Обсудить с ними детали. Ты можешь поехать. Джесси может поехать. Хорошо.
Поняла. Позже сделаю доклад. Я имел в виду... Хотел сказать, ты контролируешь производство. Пускай Дзя Синь отвечает за контакт с Цао Руэси Групп. Я хотела то же самое сказать. Я в магазин. Литан, что ты творишь? Идиот. Какое совпадение. Твоя машина так и стоит у бара. Позже заберу. Я не об этом. Прекрати посылать цветы. Тебе не за что извиняться. О чем ты? Тогда мы еще не были друзьями, поэтому твое поведение нормально. Не нужно слать желтые розы. Я не посылал. Желтые розы? Опоздал и еще ухмыляешься? Я счастлив. И что же тебя осчастливило? Фанцы меня простила. Что? Вот так взяла и простила? Что-то не верится. 6 лет прошло. С тех пор много воды утекло. Не думаешь, что я достаточно настрадался? Раньше времени не радуйся. Может, и простила, но это не значит, что она примет тебя. Согласно моим наблюдениям, она настроена сблизиться с Хауранем. Нет. Она избавилась от него. Что? О чем ты? Кто-то ей цветы отправил в компанию, да к тому же желтые розы. Она даже смотреть на них не стала. Откуда тебе знать, что цветы от Хауране? Мозги включи. Она трудоголик, друзей у нее нет. К тому же Хауран идиот, жуткий эгоист, холодный и расчетливый. Ты человек? Нет. Согласен. Я ее первая любовь, ее бывший парень и... ее будущий парень. Хорошо, будущий парень. Она даже говорить о Цао Руэйси Групп не хочет. Похоже, поругалась с Хауранем. Не может быть. Последнее время она постоянно на фабрике. Когда бы им поругаться? Буду безумно счастлив, если они поругались. Как поиски Эми? Эми? Появилась и опять пропала. Слышал, она улетела за границу. Эми же простой сотрудник. Почему она так часто летает за границу? А? Вот и я задумался, что это весьма странно. Сказал же, найдешь ее и сразу доложи мне. Тех, кто обидел фанцы, я лично накажу. Мама? Ужин в холодильнике. Не забудь разогреть. В комнате тебя ждет сюрприз. Было бы здорово, будь ты столь же краткой в разговорах. Иду, иду. Спасибо. До свидания. До свидания.
Иньхаорань, когда же ты остановишься? Это ты? Ее сердце успокоится. На месяц вперед оплатил доставку. Каждый день будут цветы в офис и домой приносить. Не надо благодарности. Скажи, что я просто красавец. Прекрати это. Ты не рассказал Фанси, что вложил все свои деньги в рекламу. Есть идеи, помимо цветов? Идей нет. Но цветы не решение. Это лучше, чем ничего. Доверься мне, если, получив столько цветов, она будет тебя игнорировать, что тогда? Значит, она не женщина, и стоит ее забыть. Познакомлю тебя с нормальными. Если продолжишь, станет только хуже. Не. Иньхаорань. Говорила же, мне не нужны твои извинения. Не притворяйся. Фанси, иди-ка сюда. Пусти. Банзе. Банзе. Взгляни, что ради тебя Хаорань сделал. Достаточно. Что ты делаешь? Ты продал свой дом и акции. Даже акции Цауруэйс и Групп продал. Ради нее же все. Тебе не хватает 20 миллионов, поэтому и бар собрался заложить. Замолчи. Ты не укладывалась тогда в сроки. Если бы Эми не украла эскизы, ты бы нарушила условия договора. Если бы Хаорань хотел тебе навредить, он позволил бы Эми продать эскизы на сторону. Тогда бы Цауруэйс и Групп не нужен был бы даже твой сраный бренд. Смогла бы ты тогда начать сначала? Достаточно. Чтобы спасти твой бренд, Хаорань продал его Литану. Иначе бы от него ничего не осталось. Ты идиотка. Столько шансов получила и ни одним не воспользовалась, дура. Зачем далеко ходить? Бриллианты Тонлинь прекратили поставку. Твоя коллекция на грани провала. Если бы Хаорань не вложился в рекламу и не помог Литану с клиентами, заказов тебе не видать, как своих ушей. Забудем о тебе, Литан тогда бы обанкротился. Фанси! Даже твое ледяное сердце должно оттаять. Банзе, иди-ка сюда. Что ты творишь? Ты уже достаточно сказал, это не твое дело. Она... Продаешь дом? И, похоже, весьма поспешно. Да, не любитель я торговаться. Все богатые такие. Раз Тонлинь купили, Цауруэйс и Групп. Не волнуйся, я и дальше буду поддерживать твою коллекцию. Наша компания поможет с продажами. В бизнесе я мало смыслю, но понимаю, что для Цауруэйс и Групп это большой удар. Зачем тебе все это? Я верю в тебя. Сперва он мной воспользовался, а потом помог. Зачем вы все мне помогаете? Квартиру продал, тебе жить негде. Зачем ты ей все рассказал? Я не понимаю. Шокировать, а потом на свидание позвать? Знаю, ты переживаешь за меня, но не думай, что я о себе не волнуюсь. Да и ты должен был уже все понять. Фанси не такая, как все. На вид сильная и выливая, но на самом деле очень ранимая и чувствительная. И как бы она узнала правду, не расскажи я все. Литан увеличивает бюджет рекламы. Цауруэйс и Групп это не нравится. Они обязательно придут в Дон Жуан. Тогда бы Фанси все и узнала. Так ты, значит, все продумал? Раз уж решил добиваться ее, стоит постараться получше. Она узнала правду, но все равно развернулась и ушла. Даже не обернулась. Что за женщина? Ведьма просто. А ты думал, она меня со слезами обнимет? Что за сарказм? Какие слезы? Мы же ее знаем. Она ни разу не всплакнула.
Подвела компанию, профукала свой бренд и ни слезинки не проронила. Даже когда бренд попал в руки ее бывшего, не заплакала. Не плакала, и когда Ой Вэй Я украла ее проект. Столько людей было вокруг, атмосфера была ужасная. Но она не заплакала. Может, она бесчувственная? Скажу откровенно, она из тех женщин, что полагаются только на себя. Сама свои проблемы решает, несет все на своих хрупких плечах. На слезы просто нет времени. Слишком много всего надо сделать, понимаешь? Ладно, это ты у нас эксперт по фанцы. Может, ты экстрасенс? Принесу еще выпить. Спасибо. Сяонай, хочу спросить тебя кое о чем. Ты узнала? О чем? Нет? Ничего. Сама не пойму, что болтаю. Забудь. Да, кстати, о чем ты хотела спросить? Говори, я никому не скажу. Что-то, о чем нелегко говорить? Об отношениях? Кто-то, кто добр и внимателен к тебе, ты ему полностью доверяешь. И что? И потом он говорит тебе, что в прошлом поступил неправильно. Что бы ты почувствовала? Ну, а потом ты узнала, что несмотря на то, что он навредил в прошлом, сейчас делает все, чтобы защитить. Готов пожертвовать всем ради тебя, что бы ты сделала. Я поняла. Это о директоре Литане? Нет, я это гипотетически. Ладно. Если он к тебе так добр сейчас, почему тогда обидел? Я могу просто не знать всего. Уверена, ему тоже было нелегко. А кроме того раза, он еще как-то обижал тебя? Нет. Ну тогда все нормально. Забудь прошлое и живи настоящим. Выкини из головы. Так просто? А как по-другому? Друзья должны быть честными друг с другом. Согласна? Он рассказал тебе правду. А это явно указывает на то, что он о тебе заботится. Что, если признаться, он был вынужден? Он тебе все рассказал? Думаю. Ну и прекрасно. После того, как причинил тебе боль, защищал и оберегал, не стоит отталкивать его из-за одной ошибки. Прости, и тебе станет намного лучше. Ты права. Спасибо, что дала совет. Если что, обращайся, буду рада помочь. Хорошо. И когда ты собираешься простить Литана? Это не он. А кто тогда? Клянусь, я никому не расскажу. Не делай глупых предположений. Но по описанию, это точно Литан. Да. Почему я должна его покупать? Утверждаешь, что это не Литан? Тогда почему так нервничала? Ты же директор, как можешь жить в подобном месте? Заткнись. Посмотри вокруг, здесь же такой срач. Что за дырище? Ладно, хватит. Что за лачуга? Не понимаю. Что?
Что ты делаешь? Здесь тонкие стены, тише говорить не можешь? Здесь все ужасно. На кой надо было ждать, пока освободится квартира здесь? Туалет в моем доме и то больше будет. У тебя отличный дом. Вот только хозяин, дубина. Больше не приглашу в гости. Сюда фиг доберешься. До офиса. Что за дамочка? Ты же переехал сюда не за ней следить? Твой вкус деградирует. Отличный вид. Проследи, чтобы мои вещи быстро перенесли сюда. Бегом! CL занимается ликвидацией компаний. Зачем же отец покупает ее? Что-то быстро. Все по списку. До сих пор помнишь, что я люблю? Жаль, но мне что-то перехотелось. Пойду, если все. Я пригласил супермодель Сью помочь нам с продвижением коллекции. Сью? Но мы же подписали контракт. Сью лучше. Она закончила съемки в фильме и сейчас очень популярна. Мы должны сотрудничать. Она много берет за свою работу, да и договориться с ней нелегко. Неважно, Цао Руэйс и группа уже обо всем договорились. Чувствую, реклама второй нашей коллекции будет гораздо лучше первой. Но мы сделаем лишь одну партию и не сможем больше принять заказы, ведь бриллиантов нет. Мы не сможем даже рекламу окупить. Что, волнуешься за меня? Не переживай, я не сбегу. Буду ответственным. Если надо, умру вместе с Дон Жуаном. И за тебя я буду нести ответственность до самого конца. Мне это не нужно. Просто считаю, что не стоит так тратиться на рекламу. Мы и так экономим, как можем. Зачем, думаешь, попросил принести еду? Половину оставлю на ужин. Литан, после новостей о покупке бриллиантов Тон Линь, все наши спонсоры испугались, кроме Цяо Руэйс и групп. Они помогли кучу контрактов нам подписать. Почему они столько в нас вкладывают? Все окупится после успеха коллекции. Если провалится, заберут бренд. О чем им беспокоиться? В этот раз ты тратишь на рекламу в разы больше, а они все равно молчат. Ты же не волнуешься за Инь Хаораня? Он умен, думаешь, станет участвовать в безнадежной битве? Время, что ты тратишь на переживания за него, лучше потрать на беспокойство обо мне. У меня живот болит. Выпей таблетку. Если все, я пойду. Молодцы. Мама, я дома. Дома? Почему так рано? Мам, у нас новые соседи. Да,
Квартиру арендовали. Пойду позже поздороваюсь. Меня кто-нибудь искал? Искал? А должен? Забудь, просто спросила. Переодевайся, обед уже готов. Да, хорошо. Пахнет вкусно. Такие машины весьма популярны. О чем я думаю? Литан, куда пойдем обедать? Перекусим в отеле, где остановилась Сью. Заодно проверим, подходит ли место для показа. Литанушка, ты хоть знаешь, какие там расценки? А зачем мне это? Цауруэйс и Групп все оплачивает. Они утвердили смету. Но мы же делим расходы на рекламу. Зачем переплачивать? В этот раз можно и переплатить. У нас много заказов и депозиты есть. Так легко говоришь об этом? Забыл про своего воинственного отца? Что если Цауруэйс и Групп решит вывести инвестиции? Если еще не сделали этого, значит и не сделают. Мы в одной лодке. От берега уже далеко отплыли. О чем ты? Отец уже общался с председателем Цауруэйс и Групп. А Иньхао Рань ничего не сделал. Знаешь, что это означает? Что? Пытается бороться вместе со мной, чтобы показать, какой он хороший парень. В вашем запутанном любовном треугольнике я вообще ничего не понимаю. Цауруэйс и Групп, похоже, дела корпорации Ли не волнуют. А может, твой отец ошибся? Да, он не ожидал, что Иньхао Рань так серьезно повлияет на Цауруэйс и Групп, что они рискнут потерять кучу денег и поддержат коллекцию Фансы. А он молодец, весьма подсобил нам. Увеличиваешь расходы, чтобы проверить Хао Раня? Только прозрел. Что же ты такой наивный? Ты точно мой бизнес-партнер? Вы оба меня бесите. Хватит деньгами разбрасываться и красоваться перед Фансы. Плевать, главное, чтобы нам это было выгодно. В ином случае, думаешь, я бы позволил показать, какой он благородный? Хватит об этом, идем есть. А кошелек? Ты же платишь. Опять я? Опять круги под глазами. Плохо спалось? Иди еще поспи. Мне надо на работу. Выглядишь неважно. Зауважаешь одеяло, когда с постели не встанешь. Что за бред? От кого ты такого наслушалась? Не смотри так, у меня тоже есть друзья. И я много чего знаю. Завал на работе? Нет. Вчера было слишком много встреч. Всему виной, видимо, твоя любовь к кофе. Забыла. Тебе же посылка пришла. Думала, это моющие средства пришли, поэтому вскрыла. Но здесь эскизы и еще какие-то бумажки. Взгляни. Моя вина, что ты потеряла свой бренд. Я хотел отдать все документы, как только ты добьешься успеха. Но ты узнала правду, поэтому возвращаю все сейчас. Я восхищаюсь тобой с первой нашей встречи. Ты не знала меня, а я уже восхищался твоим дизайном. Хотел сделать сюрприз на твой день рождения, но не получилось. Поэтому отправил все почтой. Если не захочешь быть моим другом, хочу, чтобы ты помнила. Я твой главный фанат. Не злись и никогда не забывай, что ты талантлива,
Хочу хоть как-то загладить свою вину перед тобой, но боюсь из-за твоего упрямства, лично сделать это не получится. Я не стану настаивать. Прости, что причинил боль. Бо Фансы, чего ты боишься? Сяо Най была права. Надо забыть прошлое. Надо сказать ему, чтобы отказался увеличивать бюджет на рекламу. Да, так и надо сделать. Блин, я ему розы в лицо запустила. Стыдно. Дзясинь? Фансы? Почему ты здесь? Директор Ли сказал сюда приехать. Сюда? Да. И я думаю, так даже лучше. Планируется, что мы здесь проведем показ. Замечательно же. А почему сменили место? Для рекламы. Место дорогое. Директор решил не экономить. Идем со мной, сама взглянешь. Тогда потом меня в офис подвезешь. Нет, мы уезжаем. Не могу. Мне надо встретиться с директором Инем. Идем. Что ты делаешь? Взгляни. Это отель, где остановилась Сью. Литан хочет провести показ там. Хочет, чтобы и все встречи там проводились. Его секретарь сказала, что к нам пришлют представителя для обсуждения деталей. А это не слишком? Опустим тот факт, что и так денег угрохали кучу. Эти расходы увеличат бюджет раза в три. Он пытается акцентировать внимание на дизайнере. Создадим шумиху. Сейчас нельзя экономить. Экономить, говоришь, нельзя? У нас что, печатный станок? Может, мне почку продать? Что за безрассудство? Цяо Се пытается выкупить твои акции. Почему не продал? Я был другом Цяо Се. Слышал, за NSH идет нешуточный бой. Я сейчас занят и не могу следить за ценой акций. Но продавать их не стану. Будут моей страховкой. Денег на рекламу больше нет. А еще мы не сотрудничаем с NSH, поэтому нет смысла держать акции. Цяо Се помог мне, когда я был практически банкрот. Акции продавать не буду. А ты знал, что он женился? Опять женился? Когда? Деталей не знаю. Слышал, его дети очень недовольны. Созвали акционеров, чтобы отправить его в отставку. Не понимаю, почему во всех богатых семьях проблема отцов и детей? Либо отец мучает сына, либо сын убивает отца. Что ты несешь? Это уже крайность. Твой благодетель сейчас в плачевном положении. NSH задерживает выпуск своей коллекции. Я не продам акции. Их задержка — это хорошо. Нам нельзя медлить. Свяжись с выставочными центрами Милана и Парижа. Выставку организуем на время NSH. Ни за что! У тебя будут проблемы. Начальство тебя сгрызет за то, что ты с ними ничего не согласовал. У меня своя стратегия. Все спланировано, только время изменим. Зачем же выставочным залом пустовать? У Цяо Руэйс и групп куча других брендов, помимо коллекции Фансы. Ты что, так шутишь, что ли? Топ-менеджеры молчат, потому что ты пока не прокололся. И потому что свои деньги тратишь.
Одно дело помогать Литану с рекламой, другое — вмешиваться в дела корпорации. Проверяешь терпение начальства на прочность? Что тут такого серьезного? Делай, как говорю. Хаорань. Если бы верил в Фанцы, ее бренд давно бы уже вышел на мировую арену. Ничего не говори, я все решил. Обсуждать больше нечего. Иди уладь все. Бестолочь! Директор Ли, вот мой план продвижения. Взгляни. У дизайнера есть время на продумывание плана продвижения? Пытаешься быть разносторонней? Может, мне уволить наших рекламщиков? Три показа — это слишком. И новое место слишком дорогое. У нас знаменитая модель, поэтому... Это не твоя проблема. Просто доверься мне. Я хотела... Понимаю твое беспокойство, но мы должны потратиться. Но мы можем... Принеси мне папки. Давай устроим креативный показ. Сэкономленные деньги можно потратить более эффективно. Понимаю твое волнение. Боишься, что реклама может стать неоправданной, и нас ждут потери? Не волнуйся, все будет хорошо. Я не вижу смысла так много тратить на рекламу. К тому же... Бизнес — это поле боя. Ты либо победитель, либо проигравший. Думаю, Цао Руэйс и Групп лучше меня это знает. Не забивай себе этим голову. Литан, мне плевать на популярность. Я волнуюсь, что кто-нибудь может пострадать. Успех коллекции полностью зависит от меня. Я не могу быть спокойна. Мне страшно. Ты не одна, и неважно, ждет нас успех или нет. Я буду с тобой. И я очень рад, что сейчас мы вместе. Мы справимся. Я в этом уверен. Наша коллекция не должна касаться бриллиантов Тон Линь. Мы не можем упустить ни одного клиента. У тебя есть талант. Это главное. Литан. Фанцы. Ты должна быть со мной. Не только ради себя, но и ради Дон Жуана. Не волнуйся. В этот раз ради тебя я буду очень серьезен. Поэтому ты должна верить мне. Литанушка, я... Продолжайте, продолжайте, я ничего не видел. Что ты делаешь? Прошу, не уходи, продолжайте. К ноге. Прости, я не думал, что вы тут такое творите. Как обычно, не вовремя. У меня очень важное дело. Не тараторь. Выслушай, выслушай, выслушай. Выкладывай. Я нашел Эми. Наша коллекция не должна касаться бриллиантов Тон Линь. Мы не можем упустить ни одного клиента. У тебя есть талант. Это главное. Нам скоро дадут зарплату. Почему я должна вас кормить? А кого нам еще просить? На основе моего огромного опыта в делах амурных, Фанцы думает о возлюбленном. Точнее сказать, на основе твоих неудачных опытов в любви. Кстати, Фанцы в последние дни весьма странно себя ведет. Делаем ставки? Директор Ли или директор Инь? На кого ставите? Директор Ли, директор Инь.
Ты же проиграешь. Сегодня мы встретились у офиса Тяо Ройс и Групп. И знаете, что она сказала? Что просто проходила мимо. Не смешно ли? Спорю на обед. Фан Сы влюблена в директора Иня. Вполне может быть, не может быть. Инь Хао Рань – настоящая редиска. Лучше пусть с Литаном встречается. Зачем ей этот придурок директор Инь? Спорю на два обеда. Боже, ты сегодня невероятно щедра. Я? Заметана. Неважно, что ты скажешь. Я считаю, директор Инь хорош. Директор Ли лучше. Нет, Инь лучше. Директор Ли, директор Инь. Директор Ли, директор Инь. Что вы там делаете? Ничего. Зайдите. Вы какие-то подозрительные. Сяо Най пригласила на обед. Да. Время на разговоры. Лучше бы потратили на разработку рекламы. Как можно сэкономить деньги и добиться блестящего результата? Легко. Скандал. Я этого не слышала. Ладно, я пойду. Похоже, она готова вернуться к своему бывшему. Сяо Най, что будем кушать сегодня? Самое дорогое. Поддерживаю. Прекрати. И еще ничего не ясно. Разве не видишь? Она волнуется за деньги компании. Волнуется о бывшем. Точно, точно. Ведет себя как жена начальника. Стой. Признай поражение. Чего дверь закрываешь, раз ничего плохого не делала? Не понимаю, о чем ты. Зараза. У нас имеются доказательства. Не думай, что будем молчать. А нанятый нами детектив отыщет еще чуток доказательств. Затем жди повестки в суд. Как ты умудрилась после банкротства Фан Сы уехать за границу? Кто помог тебе? Кто стоит за тобой? Жди повестки в суд. Инь Хао Рань. Он за всем стоит. Инь Хао Рань, вот же мерзавец. Так и думал, что это все он. Он скоро достоин. А мы столько бабла на ее бренд потратили. Думаю, он уже тогда знал, что Фан Сы твоя бывшая. Поэтому уничтожил бренд и стал с тобой сотрудничать. А он продуманный парень. Теперь ясно, как он добился успеха. У него в голове куча грязных махинаций. Пойду ему голову оторву. Что ты удумал? Морду ему бить пойду! Не смей. Понял меня? Идем вместе, он заслужил взбучку. Получим доказательства и заставим Фан Сы судиться с ним. Фан Сы не должна узнать. Да что за дела? Фан Сы должна узнать, какой подлец этот Хао Рань. Я же не смогу сдержаться. Ты не понимаешь? Фан Сы понадобилось 6 лет, чтобы справиться с болью, что я причинил. А сейчас сколько лет понадобится? Я... Не волнуйся, я избавлюсь от этого мерзавца. Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Кто-нибудь? Есть? Хао Рань. Выходи. Субтитры сделал DimaTorzok.
那种温柔是